предлагаю вашему вниманию маракуйя. Как я показывал в первом видео, с того времени произошло много изменений. Растение изменилось, выросло. Практически прошло лето. Вот, как видите, очень красивые сережки образуются. Полностью вся в таких длинных-длинных усах маракуйя. Внешне выглядит очень интересно на фоне комнаты. Поэтому, как я говорил, всем рекомендую. Как видите, листья сочные, зеленые. Растение достаточно неприхотливое. Главное, чтобы было на свежем воздухе. Вот, такие усы вырастают. Листья очень красивые. Цветения, как я говорил, не было. Хоть я, конечно, и надеюсь на данный исход. Но, видимо, пока еще достаточно молодое растение. Вот видите, как пружина выглядит. Плетется достаточно здорово. В принципе, все, что я хотел показать. Всем спасибо.